вначале как-то все больше хотелось что-то изменить, добавить, сплющить, скосить, там выступить и, короче, отметиться в этом мире. Сейчас хочется какого-то снайперского попадания, чтобы одна пуля и в точку, и никаких лишних вот очередей от пуза не надо. Нравилось слово архитектура. Там много ре, что-то такое рыкающее, такое необычное, ну, не русское. Профессия, во-первых, это такая игра, когда то, что могло остаться только плодом воображения, да, вдруг оно реализуется. И насколько это отвечает тому, что задумывалось, это кайф невероятный. Понять, попал или не попал. Люди же наблюдают объект там и в ненастье, и в стужу, и в солнце, и когда угодно. Да? Ты практически должен все эти ситуации через себя прокачать, пропустить. Если что-то не успел, значит, там окажется, что при каком-то солнце на него вообще смотреть невозможно. А по идее, ты должен это все предусмотреть. И поэтому вот эта вот профессия, она очень, очень... как бы, как угадайка, увлекательно, интригует результат. Я сейчас уже по своему среднему возрасту больше ориентируюсь на интерес, а через интерес уже и все остальное, потому что, в общем, хочется... Вообще людям во второй половине жизни больше хочется как-то убедиться в адекватности того, что ты хочешь, и то, что ты получаешь. Ну да, смотришь там на какой-нибудь фасад особняка, да, какой-то, понимаешь, ты ведешь диалог с человеком, когда ты понимаешь, почему он это сделал. И слава богу, что ты хоть можешь расшифровать то, что он туда заложил. И ты ему благодарен за это, там смотришь, ух, как он это не забыл. И тут повернул, там, и тут вставил. Умница. Архитектор – это человек, который... дает себе право наводить порядок в пространстве. Если он этим правом пользуется бездумно несколько, то он увеличивает хаос. Если осмысленно, то какие-то фрагменты окружения нашего приходят в относительный порядок, на фоне которого можно чинить уже какие-то художественные беспорядки. Выдержки не хватает. А ее нужно больше. Это такая профессия стайера. Тут быстро ничего не уходит, по-моему. Владимир Юницев, фейс-контроль прошел.